Я отфигачил в общей сумме 5 лесенок. Чистые они, чистые, но не идеально. Не сказать, что прям вылизаны, но чистые. Никто так не чистит до меня, потому что это говорят люди простые. А начальники выебывают. А начальник, он всегда, конечно, выебывается, но у меня нормальный начальник. Но вот этот вот инженер, это... Он будет выебываться примерно через месяц, так со временем, постепенно. Будет выебываться уже на меня. Это нормально. Это бессознательная реакция. Когда видит человека такого, как я, начинает выебываться. А этот, который до этого на меня выебывался, и с которым я поругался, послал нахуй, и он сказал, отпиздит меня. Я сказал, а я тебя отпизжу. В том, ну, и конкретное место назвал, он где отпиздит. Я сказал, я тебя там отпизжу. Он как бы злобно посмотрел на меня несколько дней, а потом он нормально стал по-доброму разговаривать со мной. Я как бы стараюсь вообще никак не провоцировать ничего. И слава богу, это закончилось. А тот чел, который назвал меня типа по именем другим, я там претензию ему предъявил. Ну, потому что я никогда с этим не сталкивался. Ну, мне там в комментариях кое-кто объяснил. Я понял, но просто он теперь нормально со мной говорит здорово и как бы не говорит мне хуйни, типа. Ну, короче, похер. Короче, все нормально, в принципе. Мне остается купить, задонать, и я куплю перчатки. Я сниму видео, как я купил перчатки боксерские, легкие. По поводу тех видео, почему я не хочу выкладывать. На самом деле, я не хочу за них деньги. Я просто не хочу их выкладывать, потому что там действительно трэш. Может, перед смертью я выложу их, потому что там действительно пиздец. Я не знаю, это нужно с кем-то проконсультироваться. Потому что я не знаю, насколько это вообще опасно выкладывать их. Там просто пиздец. Простите за мат. Да хотя я все равно сдохну через 10 лет. Ну, просто эти видео могут ухудшить качество моей жизни. Еще хуже сделать. Но там разрушение социальной личности идет моей. Саморазрушение. Self-harm социальный. Итак. Сейчас я немножко передохну и буду херачить остальные лестницы. Осталось 6 лесенок. Как бы здесь вообще ни с кем не познакомишься. Если бы они хотели познакомиться, они бы сами подошли и познакомились. Но здесь никто не подходит. Даже к идеальным по уму и физическому телу людям. Ну, то есть не людям, а представителям мужского пола. Просто людям, короче. Все люди, женщины и мужчины, это люди. И после этого я понял, что все. И объяснение, потому что мы являемся сателлитами Америки. Япония, Россия, это все тоталитарные страны. Китай, капиталистические или просто тоталитарные страны. Китай, Япония, Россия и сама Америка вымирает. И отчасти, наверное, Европа не настолько-то, конечно, там она все-таки задета, Америка очень сильно, она вырождается и выродится скоро, но, ну, точнее, ее уничтожат варвары. И в этом нет ничего особенного, это просто я не осуждаю и не восхваляюсь, не счастлив от этого. Это просто естественный природный процесс, как бы, независимо ни от кого. Так решили сверху. И значит... Я умру один, у меня вообще нет никого. I'm alone. I'm forever alone. И как бы там продается оружие, но не такое, как в Америке, но... Так, Кэрос, я его все равно не собираюсь покупать. Я даже не смотрю на него. Точнее, смотрю, но... Что-то его скупают и...
особо. То, что я хотел купить, там выкупили. Он идет парень с девушкой. Думаю, ему не везет. Я не считаю, что он чем-то лучше меня, и что. Точнее, я считаю, что я просто умственный инвалид, а он нормальный человек. Поэтому у него он идет с девушкой. Фильм, который показывают, это про ментов всегда в России. Вот телек на работе. Там все время фильм про мента, про бандитов, про мужчин, которые являются либо ментами, либо бандитами. Присмыкаются, сами знаете перед кем. И все. И все. Девушки, прекрасные девушки, которые служат в полиции, они с величайшим достоинством общаются, так сказать, если так можно назвать, со своими коллегами. Так достойно, на достойном уровне. Короче, вы поняли, я пьяный. Я сейчас буду дальше работать. Я отдохнул. Я думаю, это хороший способ отдыхать. Перерыв делать, разговаривая с вами, ребята. Я разговариваю с вами. Напишите в комментариях, кто мы-то, кто мы-то. Я один здесь сижу. Ты один сидишь перед черным квадратом Малевича и слушаешь меня. Спасибо тебе, браток.